два Sky, один из них идет на розыгрыш. Один DeLorean тоже идет на розыгрыш. Ребят, всем привет! Сегодня мы идем в магазин, где можно приобрести разные материалы, инструменты для кастома модели. Ребят, планирую взять, наверное, гравер. Еще точно не решил, какой мне нужен. Надо будет пообщаться, узнать, подойдет ли он мне для моих целей. Здесь есть что-то покруче. Но мне кажется, это что-то прям очень дорого. Здесь только одна стойка стоит 2000, а здесь гравер 2500. Поэтому я все-таки, наверное, рассчитываю на гравер, потому что это прям уже профессиональная техника. Здесь нужна педалька, здесь, короче, нужно специальное место. Так что до этого еще надо дорасти. Так, в первую очередь приехал вот за такими очками, потому что очень сложно работать с мелкими деталями, особенно когда пилишь модель, прям ничего не видно. Как я понял, есть разные стекла увеличения. Вот здесь, допустим, только одно стекло стоит 5000. Это из стекла, либо какая-нибудь суперкрутая фирма. Здесь что-то попроще, ну, потому что иначе в чем разница? Так, ребят, мы закупили кучу всего, взяли очки, взяли гравий, взяли кучу всего по мелочи. В конце видео покажу, что мы набрали, а сейчас мы переносимся в другой магазин, в котором мы приобретем краску и разные маркеры. Если акриловый брать, он столько же стоит, но он как бы именно вот серебро, скажем так. Не, а вот есть прям хром-хром, он стекло дает. Не, он там, вот да, вот это. И вот вопрос по краске. Бывает ли у вас краска в баллоне Spectra Flame? Да, вот одна вариация с высоким давлением, вот там вот с низким. А можно баллон Spectra Flame тогда еще глянуть? Ну, он матовый. Да, все матовый. Вся вообще краска у нас, которая есть матовая, есть только черный, белый, можно найти глянцевый, остальное все матовое. Так. Тогда у нас немножко разные понятия о Spectra Flame. Или так баллон называется Spectra Flame? Я тогда не понимаю. Flame — это фирма краску делает. А. Просто да, есть такое понятие у Hot Wheels, это когда как кэнди выглядит. А, не-не-не. Такого не бывает? Не, просто, ну, на eBay продаются такие баллоны. Я понял. Вот, нет, просто я думал, может, у вас тоже. Так, и еще бывает у вас пустой маркер. Ребята, это что-то прикольненькое, смотрите. Bill Brick, или как они там называются. Прикольная штука. Я так понимаю, это типа набор для кастома. Как раз у нас серия сегодня по кастому. Давайте пишите в комментариях. Будем брать такую штуку и кастомизировать ее. Но это типа Bill Brick, но, естественно, копия. Ну, соответственно, он ценности не несет. Так, единственное, у него ноги отличаются, да, от оригинала. Да. Не, вот эта цена, кстати, доступная, 3000, да, при условии, что это Винни, давайте так скажем. Вот, прям прикольно. Не знал, что в Леонардо продаются такие вот фигурки. 1500, мне кажется, недорого. Пишите в комментариях, сколько они стоят в других местах, мне кажется. Ну, либо столько же, либо чуть дороже даже. Взяли вот такую штучку. Некоторые подумают, что это такое. Скажу вам, это типа зеркало заднего вида. Да. В будущем оно будет им. Так, кто-то спрашивал, как подбирать маркер. Ребят, берете запчасть от Hot Wheels, желательно железную. Приходите в магазин и просто тестируйте. Сейчас я буду этим заниматься, смотреть, что подойдет, что нет. Сказали нам Леонардо, молодцы, попался толковый парень, посоветовал вот такую штуку, какой-то пластик, который разогреваешь, он плавится, и ты из него делаешь, что хочешь. Хоп, ребят, мы перенеслись в детский мир на Киевской. Сейчас будем узнать, что там есть наличие. Вот эту модельку прям очень хочется, но, как говорится, перехочется. Дали нам кейс, а кейс, посмотрим, что тут есть. Также сейчас пытаюсь найти интересные модели. Вот такого вот плана. Ну, Хонду, наверное, вряд ли буду брать. Хотелось бы другую взять. Так, смотрим, что здесь вообще есть такого интересного. Куча премиальных моделей, которые на любителям. Блин, вот этот Mercedes, ничего такой. Сейчас посмотрим, если есть бонусы в телеге, там 500-600, то, наверное, возьмем. Так, вот эти у нас вообще модельки прям очень на любителя. Ну, конечно, прикольный. Прикольная упаковка, но сами модельки так себе. Так, смотрим, что здесь есть интересного. О, ТХ-шечка есть. Ну, можно взять, я думаю, на кастом. Посмотрим. Давайте отложим пока. То, что ТХ-шку есть, это уже хорошо. Кстати, сейчас очень часто начали находить именно СТХ из этого кейса. Поэтому у нас есть шанс. Так, ну что, ребят. Эх, обычная уже вижу.
сожалению, обычные. Что тут еще есть путного? Вот это давайте еще посмотрим. Ну, а вдруг? Да, давайте ее тоже возьмем на кастом. Она достаточно классная. Так, вот такие модели здесь остаются. Так, ребят, мы опоздали, только что залутали вот такое количество. Ладно, ну что, пойдем тогда дальше, да. Так, короче, ребят, долго спали, надо было вчера приезжать. Информация была, но, к сожалению, вчера была работа. А сейчас приехали и, соответственно, прямо перед носом у нас забрали. Ну, вот, видели сколько. Пишите в комментариях, если это был ты. Пишите в комментариях, нашли ли вы СТХ-шку, либо нет. Так, ну ничего, мы направляемся в следующий магазин, не расстраиваемся. Наверное, сейчас и встретим этих ребят. Ребят, мы перенеслись в Москву-Сити. Смотрим, что у нас тут есть в наличии. Кстати, сейчас опять акция началась. Покупаешь 3, платишь только за 2. Сейчас новый кейс завезли, C-кейс, поэтому чекайте, смотрите. Вам сигнал идти в свои детские миры на охоты. Ну, конечно, это относится больше к Москве и Московской области, потому что в других городах может быть совсем что-то другое, потому что вот я был в Новосибирске, там у них был вообще К-кейс. Да, уже некоторые сотрудники отписались, сказали, что к ним пришел также А-кейс, как и раньше. Но, ребят, есть инфа, что новый кейс C, именно C кейс, не B, на подходе. Ребят, решил посмотреть, что есть по матчбоксу, и тут увидел вот это вот. Ну, в принципе, вот если вот так смотреть, то ничего. Глаза убрать, его будет вообще отлично. Блин, тут косяк, смотри, спереди улыбка. Ну, ребят, вынесли нам коробку. К сожалению, пока что А кейс, но мы также охотимся на новый C. Давайте посмотрим, что здесь есть в наличии. Так, Ford, кстати, VIP-чате просили Ford. Так, давайте посмотрим, отложим. В этой коробке как раз Ford, это СТХ. Коробка перевернута сразу. Это тоже коробка перевернута сразу. Что здесь, это СТХ, может быть? Нет, вот этого. Здесь ее нету, кстати, уже. Снизу она есть. Нет, вот как раз коробка снизу. Ну, еще смотрим на всякий случай Volvo. А вдруг что, как говорится? А, ТХ-шка сверху тоже, кстати, странно. Значит, давайте посмотрим, что у нас снизу. Так, ребят, сейчас убираем верхний слой, чтобы посмотреть, что есть снизу. Потому что сверху нашли ТХ, значит, скорее всего, должна быть ТХ-шка снизу, ну, снизу, соответственно. Если, конечно, коробка не тронутая, в чем я, на самом деле, сильно сомневаюсь. Но, как говорится, кто не ищет, тот не находит. Так, вот, нашли, да, у нас ТХ-шка почему-то с другой стороны. К сожалению, это обычная. Давайте ее тоже отложим. Потом выберем лучшую. Нас просили випку. Так, ну все, это мы уже все видели неоднократно. Поэтому можем идти дальше. Так, и здесь тоже видим у нас обычная моделька. Не СТХ. Ну и также Volvo на всякий случай проверяем. Не, Volvo обычная. Еще. А, странно, прикинь. В одном кейсе. Ну да, это микс, значит. Две ТХ-шки. Випчат просили модельку отложить, но, к сожалению, видите, у нее сверху точка. Да, просили в идеале найти. Поэтому на это смотрим обязательно. Ребят, мы на Славянском бульваре. Смотрим, что тут есть. И уже видим, что подъехал новый кейсик. Вывесили, наверное, один как раз кейсик, может даже половинку. Это долгожданный C-кейс, как и говорил. Также у нас есть А-кейс. Его чуть попозже посмотрим. Так, сразу видим. Не СТХ, но, кстати, можно взять, на самом деле, для кастом. А, кстати, смотри, сразу несколько не СТХ. О! Стоп, она в C-кейсе была? Мне казалось, она только в B-кейсе, ну ладно. О, вот это могла быть СТХ, но в другом кейсе. Блин, вот этот красный прикольный, можно будет взять. Сейчас плюс акция идет. Покупаешь 3, платишь только за 2. Кстати, ребят, смотрите, Volkswagen. Давно его не было в таком виде. Ну, тоже можно взять, потому что из него тоже прикольный кастом получается. Я сейчас что-то подсел на модели по кастому. Так, ну и давайте по-быстрому посмотрим, потому что нам сбоку принесли еще пару коробок. Это не... Это, ну, не знаю, такая для любителя. Хаммер. Вот, кстати, Хаммер синенький, новый. Кто собирает, обращайте внимание, вам он очень нужен. О, Саша любит Audi собирать. На. Так, ладно, что, я перехожу к новому кейсу. Так, ребят, вот нелутанный кейс. К сожалению, сходу вижу, что СТХ-шки нету. Вот у нас моделька СТХ, но должны быть прикольные модельки. Типа вот такая вот. Ну, я думаю, Саша вот эту возьмет, не пробитую. У меня уже просто такая есть. У нас парень в VIP-чате
скажем так, N-ным способом получил коробочку C-кейса раньше, чем вообще она поступила в детский мир. Это останется исключительно в VIP-чате информация. Вот. Поэтому мне уже подогнали такую модельку. Ну, посмотрим, если будет их тут много, я, может, возьму еще одну. А, кстати, в натуре, ребят, новая коробка. Вот, вот, берем ее на розыгрыш. Спасибо за пакер, он напомнил мне. Туда, я что-то и подзабыл. Так, смотрим, что-то еще есть путного. Делориан тут должен быть. Давай еще Делориан один возьмем. Я думаю, самое отличное. То, что по факту мне подарили, то и пойдет в розыгрыш. Вроде здесь Делориан должен быть. Так, ребят, еще вот такие вот модельки есть. Кстати, коробку первый раз видим, поэтому надо посмотреть поболее внимательнее. Так, такая есть. Блин, нам везет, нам в этом магазине постоянно здесь лутаем что-то интересное. Так, ребят, DeLorean нашелся. Все, берем две модельки на розыгрыш. DeLorean и Nissan. Ну, сейчас посмотрим, что у нас. Еще DeLorean, да? Еще есть? О, еще один. Короче, у нас две модельки на розыгрыш. Так что условия. Пишите комментарий, указывайте свой ник, и комментарий должен быть развернут. Не так, что участвую и все. Должен там найти какой-нибудь момент из видео, обсудить его и, короче, напишите свой ник из телеги. Все, модельки отобрали, а мы дальше смотрим. Так, ребят, окей, смотрим. Сходу видим два Форда, а это значит, что здесь нету СТХ. Вот видите, раз Форд, два Форд. Так, также есть такой Форд. Так, смотрим, что здесь есть. А еще один Форд. Куча Вольво. Прям очень много Вольво. Так, ребят, нашли вот такую вот Миату. Прикольно смотрится. Можно тоже взять на кастом. О, смотрите. Цивик есть. Ну, кстати, тоже неплох. У него, кстати, прорисовки есть спереди, сзади. По сути, только колеса поменять, салон перекрасить. И все, отличная моделька. Блин, вот этот Volkswagen все-таки крут. Прикольно выглядит, да, еще такой же. Так, ребят, ну вот взяли такие вот модельки. Два Sky, один из них идет на розыгрыш. Один DeLorean тоже идет на розыгрыш. Volkswagen на кастом, BMW на кастом и Honda на кастом. Ну, короче, в принципе, нормальный улов. Конечно, хотелось бы больше, но, как говорится, рад этому. Ребят, как и обещал, показываю то, что приобрел в ювелирном магазине. Ну и вообще все, что по этой серии. Начнем вот с таких вот очков, стоят они 1000 рублей. Мне в комплекте идут еще вот такие вот линзы с разным увеличением. Мне, слава богу, повезло. Те линзы, которые стоят здесь изначально, мне подошли. Поэтому я их оставлю, потому что сказали, что если снимать часто линзы, здесь эти клипсы пластмассовые сломаются и надо будет колхозить. Ранее еще там приобретал ювелирный лобзик. И к нему вот сегодня приобретал такие вот пилки. Пилка имеет вот фактуру, но, к сожалению, на видео плохо видно, но когда в жизни увидите, она, по сути, такая с зубцами, и цепляются, вот с этой стороны цепляются, а с этой, естественно, все гладко. Также взял вот такую вот штуку, заказал на Озоне. А прикольное средство, просто наносишь на модельку и краска слазит с нее. Ребята, это нужно для того, чтобы получить вот такой вот эффект. Кстати, спасибо за модельку, очень крутая. Кстати, крутой образец. Надо будет ее поставить на резину. Помимо этого, ребят, приобрел присыпку. Также приобрел эпоксидную смолу и отвердитель. Это все нужно для того, чтобы создавать такой типа пластик. Короче, вы, может, видели видео, где делают такие типа сопельки, потом кладут их на модельку и, соответственно, из этого превращается такой пластик. Соответственно, можно использовать шпаклевку от машины. Ребят, переходим к одной из самых главных покупок. Я думаю, в принципе, это инструмент реально очень важный в кастоме, в любом. Взял вот такой вот наборчик, стоил он 2500, мне там со скидкой обошелся вообще 2200. У него в комплекте есть вот такая вот штука, это очень удобная вещь. Вот этот конец одевается на сам гравер, а вот сюда просто вставляются насадки, которые нужно. Включаешь гравер, он работает, и ты просто вот этой штукой пользуешься как ручкой. Очень легко, не надо держать вот эту бандуру в руках. Просто держишь вот эту ручку и, соответственно, создаешь то, что хочешь. В комплекте идут куча разных насадок, но, как показывает практика, не все эти насадки вам пригодятся, но, естественно, приятно, когда они, скажем так, идут в сцену самого устройства. Но на самом деле я из этих кит уже использовал, так это уже из другого набора у меня подмешивается.
Также надел диск. К сожалению, вот диск взял, он не сразу налазил. Пришлось отверстие посередине чуть-чуть увеличить, чтобы, соответственно, надеть этот диск. Так, вот так, ребят, коробочка у меня уже образовалась с подкастом. Давайте просто буду доставать, рассказывать, что это есть. Вот такие вот маркеры, в принципе, достаточно удобные, 0,5 мм, соответственно, можно рисовать фары при желании, но, естественно, надо прям быть аккуратным. Также взял вот такую вот глину, она, естественно, нам понадобится для того, чтобы создавать бампера, обвес и так далее и тому подобное. Ну, респиратор, ребят, да, техника безопасности важна, вот поэтому нужен респиратор, когда вы что-то красите, либо делаете какие-нибудь штуки с эпоксидкой. Ну и также защитные очки. В принципе, защитные очки у меня будут эти увеличительные, либо мои очки. Модельки. Взял парочку моделек под кастом. Есть еще вот такой вот баллон с лаком. К сожалению, еще им не пользовался, поэтому не могу сказать, как он вообще работает, но брал мне знакомый кастомайзер, поэтому считаю, что нормальная штука. Незаменимая вещь. О, ребят, вот это одно из самых крутых. Колеса. Колеса на Hot Wheels. Причем таких две штуки. Где там вторая? Вот второй наборчик. Короче, ссылочка на них будет где-нибудь в группе, наверное. Короче, прикольные колесики. Так что, если что, спрашивайте, отправлю вам ссылку. Сварка. Кисточка, важный аксессуар, особенно когда что-то пилишь, надо постоянно убирать, поэтому сразу тоже себе приобретайте. Так, еще пару моделей на кастом взял. О, ребят, вот это классная штука. Это, короче, для того, чтобы делать точки. Точки нам для чего делать? Мы делаем, допустим, точку на металле и потом ее уже сверлим. Потому что если мы будем сразу сверлить, у нас, скорее всего, сверло съедет в бок и у нас будет неточное изделие. О, о, ребят, вот здесь как раз для лобзика куча всего. Также напильник для того, чтобы убирать всякие заусенцы и так далее и тому подобное. Так, ребят, вот как раз в магазине граффити взял кэпы, потому что кэпов надо много. Короче, взял разные, чтобы посмотреть, что да как. Также взял вот такой вот незаменимый маркер, очень крутой. Если увидите в продаже, берите, не думая. Также есть еще такой золотой, но его еще поискать. А, помимо этого еще приобрел вот такой вот красный маркер. К сожалению, он толстый. Видите, у него вот эта штучка очень толстая. Но я попробую ее как-нибудь сточить. Может быть, сработает. Ну и также есть такой вот маркер красненький. Он с двух сторон. Имеет разную толщину. И, в принципе, им можно, так сказать, что-нибудь дорисовать. Так, ребят, вот я экспериментирую. Уже я что-то отрезаю. Делаю здесь такую боевую ралли-субарик. Уже сзади отрезал ему бампер. Спереди сделал так, что у него бампер как будто слетел с креплений. Потом его покрашу. Ну и думаю, будет прикольно. Ну, конечно, я, естественно, это сделал в рамках эксперимента. Проверял, так сказать, ювелирный лобзик. Вот, кстати, тот маркер бесцветный, он пустой. Я планирую сюда налить какую-нибудь жидкость. Типа спирта, либо как раз, ну, короче, то, что может снять декаль. И, кстати, для пилки нужен вот такой вот воск. Короче, удобная штука. Он нужен для того, чтобы у вас пилка не перегревалась и не лопалась. Ну, это, короче, все уже расскажу с нюансами, когда буду опилки снимать. Если вам, конечно, нужен такой ролик. Ну и зажигалка тоже на самом деле нужна в кастоме, потом покажу зачем. В целом, думаю, все вам показал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Теперь вы знаете, что для кастома модельки Hot Wheels нужно много всего. В будущем буду как раз все это изучать. И, надеюсь, получится что-то путное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше. Всем удачи, всем пока-пока.